Артем, расскажи, пожалуйста, как проходят сборы? Тренировки проходят в обычном режиме, и нагрузки уже остались позади, так что нормально тренируемся, работаем. Скажи, тяжело ли было играть против таких соперников, как Рубин и Лудогорец, и кто из них тебе показался серьезней? Ну да, в чемпионате Молдовы нет таких соперников. Ну, тяжелее было играть с Людогорцем, с Рубином было полегче. Не знаю почему, но вот с Людогорцем было намного тяжелее, чем с Рубином. Артем, давай немного поговорим о сборной. Начнем сначала. Как у тебя вообще возникло желание сыграть за сборную Армении? Ну, я даже не думал, что это реально, потому что я родился здесь, в Молдове, у меня молдавский паспорт, но когда мы играли с Улисом там в Армении, ко мне приехали представители Федерации футбола Армении и предложили такой вариант, сказали, что все это реально, можно, и я согласился. А ты долго думал, прежде чем принять такое решение, или оно тебе понравилось, и ты принял его сразу? В первую очередь посоветовался с родными, с близкими, как бы с отцом, потому что отец армянин, и он сказал, что будет очень горд, если я буду стоять за сборную Армении, и когда он мне это сказал, я уже даже не думал. Посоветовался тоже с ребятами, с партнерами по команде, с главным тренером, как бы все одобрили, пожелали удачи, как бы. Вот так. Мы знаем, что недавно FIFA официально разрешила тебе выступать за сборную Армении. Скажи, рад этому обстоятельству? Да, очень рад, ждал. Хотелось в ноябре сыграть, тоже был вызов, но там не все в порядке было с документами. Сейчас уже все официально. Очень рад и не терпится уже провести дебютный матч за сборную. А как ты говоришь, отец очень рад за тебя, что тебе выдастся шанс сыграть за сборную Армении. А что лично для тебя значит выступление за эту сборную? Ну, это моя историческая родина, там родился мой дедушка, ну, по отцу, и как бы я наполовину армянин, и не знаю, хочу выступать именно за эту страну и выступать под флагом Армении. Недавно ты получил вызов на тренировочные сборы и первую товарищескую игру, которая состоится 5 числа с Люксембургом. Скажи, какие эмоции и ощущения ты испытываешь по поводу предстоящей игры, что она для тебя значит? Ну, очень рад, не терпится познакомиться с ребятами, там, с тренером, потренироваться. Очень хочется сыграть, показать хорошую игру и победить. Ну, хочется выйти на поле вот именно в майке сборной. Скажи, а ты многих знаешь из сборной Армении? Ну, знаю многих, но лично ни с кем пока не знаком. Вернемся к нашим сборам. Скажи, чего ты ожидаешь от предстоящей игры с Глорией? Как ты думаешь, какой она будет? Но она будет тоже очень тяжелая, потому что Глория тоже очень хорошая команда, но хочется выиграть, потому что одну игру сыграли в ничью, одну проиграли, хочется выиграть и показать хорошую игру. Но в первую очередь выиграть, потому что пока на этом сборе не можем победить. Хорошо, Артем, спасибо, удачи тебе в сборной.